Уважаемые зрители, вы на канале Temp of Play. Да, я думаю, немного потеряли. Так что, слава богу. Едем дальше. Едем дальше, ребята. Сохранился, все. Внимание на экран. Добежит она до меня или нет? Вот еще вопрос. Так, все-таки пошаговый режим, увлекаться не стоит. Давай-ка. Так, их трое. А Вирджил один. Ух, совы бьют. Но я думаю, его подлечит. Я все потрачу на атаку и на приближение. Да, правильно я рассчитал. Немножко хоть один уровень. В принципе, таким составом. Ну слушай, собака, конечно, она прям добавляет. Вернее, она убирает все-таки, наверное, интерес. Убирает собака интерес, потому что она очень сильная. Ладно, тогда будем рассчитывать на то, что квест мы сейчас этот сдадим. О, Магнус топор потерял. Молодец. Ну, бывает такое, да. Ладно. В общем, сейчас добиваем уровень. С расчетом на то, что и квест еще придется сдать. И тогда мы отсюда уходим. Потому что уже магическую ловушку я, получается, взял и сюда ее разместил. Все, вот мы уровень добили. И этот портал закрыли. Теперь нужно доложить о том, что здесь произошло, его матери. Матери погибшего Лайма Кэмерона. Да. Это, знаешь, как про кресло, что касается. Кресло. Да, это ностальгия. Ты, может, не привязываешься к вещам. А как правильно сказать? Ну да, привязываешься, да. Ностальгия, что-то у тебя какие-то эмоции с этим связаны, какие-то переживания. Да, так и есть. Так и есть. Ну, я, правда, не знаю, сколько тебе лет. Поэтому я не могу сказать, стареешь ты или нет. Хотя мы все стареем в любом случае. Даже ребенок, которому там 2 года, и он стареет тоже. Все стареют. Ну, просто это я так, конечно, к словам цепляюсь, утрирую. А так, с возрастом я тоже замечаю, что приходят флешбеки, да? Как их называют? 30. Здорово. Это хороший возраст. Так, ребята. Да, в чем дело? Снова привет, миссис Кэмерон. Могу я задать? Понятно. У меня новости о Лайме. О! Я вас приветствую. Мое почтение. Добро пожаловать на канал. У меня новости о Лайме, миссис Кэмерон. Да, очень приятно. Молодцы. Так, какие новости? Где он? Мне жаль, что он был убит одной из тварей, бродящих по лесу. Нет, продолжительный и пронзительный плач. Мое дитя, мое несчастное дитя, всхлипывает в передник. Теперь я совсем одна, у меня никого не осталось, никого. Он умер, пытаясь остановить твари, как герой, сообщаем мы ей. Но они убили его и все еще бродит там, всхлипывает. Его смерть была напрасной. Нет, нет, не напрасной. Его творение помогло мне остановить их. Правда? Всхлипывает. Его смерть была не напрасной. Если бы не ваш сын, этот город кишил бы тварями. Да. То есть вот жертвенность, да, вот смысл. Вот это вот вообще решает. Здорово. Мне будет очень его не хватать. По крайней мере, его смерть была не напрасной. Вот, мне удалось найти этот дневник в его мастерской. Он хотел, чтобы вы получили его. Да, дневник вести надо. Крепко прижимает дневник к себе. Хоть что-то останется после нас, в конце концов. Дети почитают. Спасибо, спасибо, что несмотря, или родители, как в данном случае, конечно, лучше, когда все по порядочку идет. Но бывает и такое, да. Спасибо, спасибо, что несмотря на опасность, принесли его мне.
Вот, возьмите эту шляпу в знак моей признательности. Это было одно из первых изобретений Лайма. Вот, нам еще и шляпу дали в подарок. Спасибо, я скорблю о вашей потере. До свидания. Отлично. Самый, мне кажется, такой трогательный и прекрасный квест. Один из трогательных и таких душевных квестов в игре в этой. Они еще есть там, их много здесь таких хороших. Бывает, конечно, не очень, но не без этого. Так, Шапо. Смотрите, что она делает? Шляпа магнита инверсии защищает нас от пуль, но в том случае, если у нас есть заряд батареи. Если вы эту шапку, ваш персонаж, точнее, будет носить. Да, шахта. Да. Там шахты, например. Ну, там будет еще впереди. Есть квесты такие прям душевные. Если шляпу носить без батареек, то она, по-моему, срабатывать не будет. Но мы технологи, поэтому батарейки у нас вводятся. И пусть будет. А, кстати, в прошлой серии, час назад я говорил про заработок в Таранте и вообще в Аркануме. Как это делается? Вот самый оптимальный вариант поднимать золото в игре, это использовать навык технолога и делать вот такие очки. Они, ну, по крайней мере, в классической версии, можно проверить, кстати, и в этой версии, сколько они стоят. Где-то под 800 монет одна штука, а компоненты стоят. Да, пулями не особо стреляет, но, по-моему, и стрелы тоже влияют. Ну, вот сейчас пойдем на банду Робина Вуда и посмотрим, как поможет нам это или нет. Но в плане техники здесь даже, наверное, если ты сам делаешь эти шляпы, да, тебе интересно их использовать. И вообще, сами механики игры, когда ты только с ней знакомишься, например, их интересно узнавать. А что это такое там? Нужно, не нужно? Попробовал, а, фигня. Раз и что-то другое происходит. Так, идем в Тарант тогда. Здесь, в принципе, нас больше ничего не задерживает. В Таранте мы сейчас поймаем за хвост, за жабры банду Робина Вуда. В классической версии, понятно, нету этого квеста, а здесь в экспаншене есть. 2012 год выпуска. Сама игра 2001 года. И получается, 11 лет спустя был сделан этот патч. Меня больше еще вот сейчас я смотрю на Магнуса и вспомнил, что он без топора остался. Вот это меня напрягает. У него какой-то кинжал. Не ахти. Ну пусть хоть меч возьмет свой. То есть вот вопрос еще дорогих вещей, да, кстати, вот и в игре, и здесь. Чем вещи у человека дешевле, попроще, опять вопрос простоты, чем у человека вещи попроще, тем ему и легче с ними расставаться, да? Если, или, допустим, они могут повредиться, ты не будешь так сильно нервничать, переживать там в плане того, что с ними что-то там произошло, не то или то. И опять же, простота выигрывает, о которой мы уже говорим, третий стрим. Выигрывает простота. Ты никуда от этого не денешься. Вот. У тебя простая вещь, допустим, вот та же самая обувь, да? Ты с простой вещью там наступили на нее нечаянно в автобусе там или что-то ты там в лужу куда-то. Ну, наступили. Понятно, вещь качественная, когда, да, простая и качественная, это прям идеальное сочетание. То есть не просто там. Но обычно качественное сейчас стоит дорого, да? И, в принципе, ты особо, получается, сердце не отдаешь в эти вещи, и ты как-то живешь поспокойней. Такие головы отлетают просто. Слушай, ну придется, наверное, собаку отпускать на прогулку. Вот. Придется отпускать собаченцу нашу. Ух ты, какие удары-то. Ребята, а. Ух. Наш орк размером с медведя. Огр, огр. Эх, там вот был цветочек, не взял. Ладно. Пора сохраниться немножко. Наш огр
Так, что будем делать с эльфами? Особая беда, понятно, на удаленке, да? Ладно, шучу. Так, плоскостопие. Ну, у меня тоже. Да, да. Поэтому надо спешить творить добро, помогать людям, радовать людей, и все будет замечательно у нас. Хоть что-то, да, в этом мире. Нас много всякой ерунды окружает в плане... Ну, не ерунды, неправильно сказал. Много в мире... Да ладно, не буду я, короче, загоняться. Я боюсь, сейчас я уйду в эти философские все мысли. Меня опять накроет, и я пойду не туда. Играем, в общем. А про обувь... Да, обувь нужно специально. Мне тоже, да, есть такие проблемы с обувью. У меня у сына тоже там плосковальсная стопа, там заказывать нужно все это, бр-бр-бр-бр. Жалко, но никуда от этого не денешься. Болезни, они такие. Есть, значит, есть. Так, что я сюда приперся? Во-первых, что будем делать с эльфами? Во-вторых, будем мы сдавать. Так, таринский хрусталь есть. А, можно посмотреть, топорик сделать. Рукоятку. Посмотреть рукоятку у этого торговца. Вот. Нема. Ну, баночку железную уже купил. Ладно. Мусор такой. Кольцо опознать, в принципе, можно, да? В принципе, можно опознать кольцо. Так, по инвентарю есть что продать? Еще раз. Все чисто вроде. Булавой мы кидаемся, пригодится. Пусть будет. А, вот что я приперся, вспомнил. Для меня. Вообще, банду Робина Вуда иду бить-то. Так, Робин Вуд. Сейчас мы придем к тебе. Он где-то в канализации там скрывается. Но это я на самом деле точки зря ставлю, потому что мы сейчас тут побежим. Побежим ли? И там нас встретят замечательные орки зеленого цвета. Я думаю, встретят. Они там обновляются прям. Район держит исключительно. Фонарик. Так, что у нас по прокачке? Убеждения. Выжбери очков 5. Угу. Ну, пора, наверное, уже качать взрывчатку. Делать хоть какие-то гранаты. А то и все коктейль Молотова там. О, они уже до такой степени. Оп. Срабатывает. А тратится, интересно, батарейки. Вот он бьет кувалдой. Прям чувствуется... Шапота работает. Того не будем трогать. Он тот поумней. Пусть там стоит, ладно. Вот, у меня два вопроса. Два вопроса к зрителям, дорогим и любимым. Что делать с собакой? Отпускать ее, скорее всего. Второй вопрос. Что делать с эльфами? Сдавать ту тетку или не сдавать? Рассказать им или просто оставить квест, не вмешиваться в их отношения. Она хочет плиту, они ее хотят сохранить, и, наверное, да, лучше их не трогать. Они существуют в этом мире параллельно. Эльфов вырезал. Да, ну, вариант такой, да. Ну давай, ладно. Раз назвался груздем, полезай в кузовок. Ну, что-то с этим происходит с картой. Либо я как-то нажимаю. Ну-ка. А, вот сработало.
Да, эльфы, по-моему, такие ходят. Да. А что на самом деле там в плите в этой, да? Ну, там кусок камня. Чего они вцепились в него? Разорили, пришли там могилы эльфов. Ну и... А женщина будет приятно себя чувствовать. Скажет, я наняла одного маленького хоббита, а он мне принес вот такенную плиту. Ну что, пожелаем успехов нашему хоббиту с его бандой. А, так, с чего начнем? Начнем, наверное, с броска коктейля Молотова. И сразу проверяю, пошаговый режим есть. Выходим на огневую позицию. Аккуратно. Магнус меня сопровождает четко. А поговорить не получится. Так, сохраню. Не, не буду нажимать, а то сейчас. Или сохраню. Вроде нормально все. Сохраняю. О, прошло. Но если я зайду, они, мне кажется, нападут. Они там разговаривать-то особо не будут, поэтому стреляем. Ага. Отбрасываем их подальше от себя по возможности. И все это хозяйство на них тратим. Угу. Ладно, оставлю одну, вдруг еще отбросить придется. Ага. Все, этот дядька сдулся. Уй. Он пупок ей прострелил. Ага, Магнус. Что делает Магнус? Ну давай бросим гранату, ну точнее коктейль, отбросим их. Так, этот сдулся, дядя. Уровень 19 у них. А я говорил 30, да? Вообще просто. Просто разрыв. Так, а этот с ним дерется, да, походу? Интересно. Он перепутал. Наверное, ему банан в глаз попал, и он уже... Да. Опа-на! А? Вот это залет. А вот это что? Опа! Дезинтегрировал меня, смотри. Один остался. Вот так. Вот так. А я такой... Думаю, что я прям замечательный, да? Так, что же делать? Как же быть? Нужно сразу всех позвать сюда. Они слишком далеко стояли, и это была проблема. То есть, по сути, вот в таких... Да, разный уровень. Давай посмотрим. 19-й. 32-й, да, разный уровень. Вот почему я говорил в тот раз 32-й. Тогда вот этого дядьку надо первого бомбить. Этого второго. Не, огра, наверное, даже можно и первого. Ну ладно. Да этот тоже хорош, 26-й. Он дезинтегрировал. С одной плюхи меня это разложил. Такие дела. Ну что? Попытка номер два. Тогда я начинаю не с гранат, которые... Вернее, не с коктейля Молотова, а я начинаю со входа. Втираюсь в доверие. Маленький хоббит пришел. Втереться в доверие. Если сейчас будет, да, вот такой исход, то мне прилетит... Мне прилетит. Ну понятно, я начал не очень удачно, да. Давай еще раз. Не очень удачно в плане. Так, маленькими шажочками. Ох ты, собака вперед. Отлично, если собаку вперед, значит хоббита назад. Фонд золотых цитат. 75%, 79%, 72%. Собаке бананом попал. Еще раз. А тот уклонился.
Во, молодец, собака. Туда. Опять собаку пинают. Все, пес принял на себя удар. Пес принял на себя удар. Есть, еще один есть. Отлично. Так, вот этого. Так, кого? А, бандит эльф, у него энергии нет. Отлично, его тогда. О, идет на меня. Эх. Видишь, как правильно выбранная цель – залог успеха. Правильно выбранная цель. Но я, в принципе, был готов и… Ух, чуть сохранить не нажал. В принципе, был готов и согласиться на даже смерть собаки, чтобы лишь бы только пройти то, что здесь есть. Есть. Ага, то есть собака его срубила. Ага, то есть. Сейчас надо. Давай, держись. Разрубил собаку нашу. Так, а я стою, не могу зайти. Надо зайти. Что творится, а? Уклонился, вот это вообще уклонист. Но без собаки бы я точно тут не прошел. Получается, я и так еле-еле. Да, собака зверь во всех смыслах, согласен. Да, и не нужно решать, куда делать ее. Сразу она погибает смертью храбрых, и все становится на свои места. В принципе, да, пусть она и идет там, грызется с ними. Так, опять я не могу пройти. Опять я не вижу никого. А вот отсюда? Ага, 70%. Ну пусть так. Ага, она опять на мага. Отлично. То есть такая схема работает. Сейчас, получается, она погибнет. На нее орк нападет вместе с этим. Ну, может, и уклониться, да? В тот раз он два раза по ней попал. Все, разрубили. Звуков нету, зато есть результат. Ага, вот звуки, кажется, появились. Уклонился. Сейчас Магнуса, наверное, опять положит. Надо было гранату кидать. Так, а что у меня есть еще? У меня есть хоббит. Да. Это уже, извините, неприемлемо. Так, тогда мы зовем хоббита. И пусть они с ним разбираются. А? Как вам такой вариант? А мы уже, как говорится, в помощь. 32-й, где уровень? Вот он. В атаку. Че, они убьют хоббита. Сейчас они его завалят, нет? Так, я атакую здесь. Ага, пошли. Давайте, подключайтесь, ребят. Да, в общем, я пока простоял там, трым-пым-пым. Хоббит... Хороший. Хоббита надо использовать. Во, да. Хоббит вообще мощный. Так, еще раз загружусь. Нужно, чтобы они вышли оттуда. То есть вот это сохранение, когда они… О, он один бежит. Слушай, это прям подарок. Но мы так и сохранимся. А, вот это да. И на нем кольчужка. Хорошо, сейчас посмотрим, как сидит кольчужка-то на нашем хоббите. Да, вот так. О. Был такой, стал такой. Тогда сохраню. Да, по одному вообще здорово. Туда голову высунул. Хоп, и назад. Да. Во. То, что надо. Давай, иди сюда, дорогой. Ой. Банан прям огру, мне кажется, попадает туда, куда не должен попадать.
Это как раз 32-й пришел, да? И он один. Так. Самое время, наверное, лекарство от всего использовать, чтобы... чтобы все восстановилось. Отлично. Перфект. Перфект. Теперь самое время приодеть кого-нибудь из наших компаньонов. Джайно. Ну, не знаю, хватит у нее силы или нет. На Магнуса не пойдет. А здесь уже есть все. А, топор у Вирджила. То есть тот уронил топор, а этот подобрал. Ух, какой. Ну, я не знаю, он ему не мешает. Ну, нет, вроде критической ошибки нету. Ну, ладно, пусть будет. Пусть тогда так. А, так, сохраняй, да? Давай тогда сохраним. По одному, да, вариант. Хорош топор. А из него еще можно сделать пиротехнический топор. Тот вообще будет бомба. Можно, кстати, будет попробовать, наверное. Но это будет тогда у нас пати вообще разорви и брось. Так, по одному, ребята. Оп! Слушай. Так. Сейчас сделаем акцент тогда. Боюсь, ходы потрачен. Ладно, не буду стрелять. Я думаю, мои справятся с этим. Есть. Все. Тут прям финишная прямая. Выходим. Магнус с палашом. Откуда у него палаш? Уклонился, пес. Уважаю. Ну ладно, Огр с палашом, но Магнус. Один удар вообще невыгодно. Откуда он его взял? А, он, наверное, поднял с этого, с трупа того воина. Да, кусает. А пиротехнический топор, по-моему, по 60 ПВ наносит. Там и плюс огонь, там вообще что-то невообразимое. Вот так пала банда Робина Вуда. Вот, есть притча такая. Отец позвал сыновей. Сейчас я такой, да? И говорит, дети, басня такая. Дети, у Льва Николаевича Толстого, дети, живите дружно, он им говорит. Да-да-да, сейчас будем лутать. Живите дружно. А дети не слушались. Тогда он их позвал и говорит, дети, подойдите ко мне. Они подошли ему, он взял веник и дает им. Говорит, сломайте веник. Они сколько ни пробовали, у них не получается. Потом он развязал веник по одной хворостинке. И говорит, а теперь сломайте. И по одной они чук-чук-чук весь веник переломали. Говорит, так и вы. Если будете по одному, то вас все будут обижать, и вы будете страдать. Будете вы, в общем, побеждены любым врагом. А если вы будете вместе, то тогда вам ничего не страшно. О чем это говорит? О том, что это действительно так. Сверхлегкий топор. Палаш он забирает. Так, Джайна. Магнус, да, он с палашом, но он ему не к лицу совсем. Пока силы не хватает, поэтому все это мы оставим на потом. Вот этот топор уже можно, в принципе, продать вместе с этой булавой. И чтобы не забыть это сделать, я положу к себе это все в рюкзак. Вышло красиво. Я рад, что покорный ваш слуга смог вас порадовать красивой игрой. Так, кожаная броня пусть будет. Да, про запас, потому что мы знаем, что некоторые мобы делают так, что броня слетает. Осталось только немножко здесь еще магия. Вот это как раз я познаю сейчас и натяну на Вирджила обязательно, потому что это будет смотреться стильно, это будет смотреться полезно, и он будет, как сказать, будет радовать глаз. Вот так это будет обязательно. И еще кольцо можно вот это, которое есть у нашего Сога, забрать и вот это все отдать нашему прекрасному Вергилию, проводнику нашему. Вроде всех обшарил, но чтобы посмотреть, проверить,
Можно что здесь вот так еще поискать. Ага, сох куда-то пошел. Смотри. Так, 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 так. А, все, пусто. Я нажимаю, и ничего нету. Там за стеной не видно. Ну, вроде все. Ружье забрал, это забрал. Все, выходим тогда. Канализации дальше вот здесь есть ход. Может, кто обратил внимание, еще ходит зомби. То есть мы канализацию не всю проверили, не всю исследовали. Но это можно, в принципе, и сейчас сделать, можно и потом. Собаку тогда мы, наверное, выпустим на волю, потому что она хоть и хороша, но как-то интерес пропадает. В бою. Где-то вот в той серии получилось ловушечки использовать, да, где-то здесь вот выйти на уровень там по одному, да. Да-да-да-да-да. А все-таки нужно собаку отпустить, я думаю. То есть, по сути, она нам помогла этот квест выполнить. Ну и хватит. Если так прикинуть, там таких больших боев, наверное, раз-два и обчелся. А к тому времени мы уж сами прокачаемся и гранатами, и всем остальным. И еще кого-нибудь, я думаю, к партии присоединим из таких, кто имеет человеческий облик. Конечно, собака хорошо. Но это пусть она будет подспорьем каким-нибудь, книжным персонажам, которые имеют маленький урон. И... Или кто-то, может, не качает... убеждений, у кого партия не очень большая. И тогда да. Но собака, к сожалению, не может переносить никакие предметы. Ей ничего передать нельзя, потому что карманов у нее нет. Хотя можно было бы, например, придумать какую-нибудь штуку. То есть можно мага прокачать, да? Лук ужаса там. Давай что-нибудь идентифицируешь. Очки судьбы и опыта тоже, кстати, в этом патче перекидываются. Оставить, пока не зарубят. Ну давай, хорошо, пусть будет так. Если совсем будет неинтересно, мы ее, в принципе, всегда успеем отпустить, правильно? А если мы ее потеряем, уже вернуть мы ее не сможем. Давай так, хорошо. Вы можете кое-что идентифицировать, и вы, пожалуйста, нам это сделайте. Сопротивление яду и замечательная мантия. Пожалуйста. Щит такой магический, кстати. Ну и топор, наверное, тоже должен быть магический, но, к сожалению, силы у него не дает ему. Ладно, пока оставим. Вроде шанс критической ошибки там не выскакивает у него. Так, кольцо, кольцо, кольцо. Вот так, колечко. Кстати, вот это тоже можно продать. Че он его носит? Ну-ка, проверим. Здесь все с кольцами в порядке. Здесь тоже. Здесь тоже с кольцами все в порядке. Кольчушку одну можно оставить, в принципе. О, какой Вирджил стал красивый, а? Такой прям. Ах. Выбрать кому дал? Я немножко пропустил момент. Вирджилу выбрать топор, а он выбирает сверхлегкий топор. Это прям однозначно. Ух ты, Лен, там еще стоят. И еще один идет. Ага, вот это уже по-умному он делает, правильно. Тех положили. Все. Это уже не дергается, товарищ. Так, кольчушку оставим. Так хотел оставить и сам ее убрал. Так, колечко тогда тоже сбросим. И банки, и банки, банки, банки. Так, а это у нас будет для
Для сога. Это на продажу все. То есть тут такой вариант. Ну давай. Я положу это, продавать не буду. В любом случае сгодится, я думаю. И тоже большую броню на сога. Таскать с собой смысла нет. 58. Ну вот она уже у него из строя выходит. Понемножку. Да, палаши пусть остаются, оружие там. Ну, можно их тоже, кстати, положить. Что их смысл таскать? 1-2 оставил. Да. Да. Один запасной, другой такой, ну и в сторону. Здесь будет такой складик. Да, пусть будет. Если что продать, потом тогда я, может быть, вне стрима буду тогда этой торговлей заниматься, чтобы эфир не засорять там. И просто пришел. Да, кстати, идея хорошая. Если там, допустим, денег не хватает, можно это сделать и внутри стрима, да, если что-то хочешь показать. А если тупо торговля, которая там, ты пришел, там, показал инвентарь, то это смотреться будет, ну, не очень презентабельно, скажем так. Не очень интересно на это все смотреть. Ладно, запасную делаем тогда. Оружие тут тоже. Ну и все. Вот так мы постояли, немножко порассортировали все. И теперь можно двигаться дальше. Так, булава. Ну и пусть тогда все здесь будет. Так, значит, так. И это тоже. Потом продам. Потом продам. И все это сделаю. Да. Замесили еще один коктейль. И, кстати, меня сейчас прям подмывает прокачать какое-нибудь умение. Но мы давайте тогда сделаем это. Давайте сделаем. Посмотрим, что может получиться. Сохранюсь. Так, здесь опять эти банки. Всяко разно, да? Ладно, пусть будет. Она травница, ей положено по статусу там все это. Так, здесь все тоже. Так, перемотаем до утра, чтобы вместо сверчков слушать прекрасную и очень атмосферную музыку. И посмотрим, что мы можем сделать на данный момент с нашим скиллом по гранатам. Так. Интеллект 11, да, добавляем. 3 очка ушло. Интеллект 13. И все, в принципе, только дымовая граната. Маловато будет. Маловато. Так, было 5 очков. Было 5. То есть интеллект до 13 и только дымовая граната, да. Ну хотя бы до оглушающей надо. Дымовую я даже, это как промежуточный вариант, даже нет. 22 уровень, я обратил внимание, у нашего персонажа. Идем в Эшбери. Идем в Эшбери. И тогда в Бойл телепортируемся. Вроде все есть. Так, сейчас травы последнее, что сделаю, отдам. И тогда предлагаю сделать еще один перерывчик. So